Все. Сейчас я буду уже завтракать. У меня омлет вот такой вот. Я не знаю, с мясом. Потом я пойду в Ашан с Лизой. Поедем мы на моей машине. Ну, папа, конечно. Папа нас повезет. Мой папа повезет. Так, поэтому не переключайтесь. Оставайтесь со мной. У меня будет очень веселый завтрак. Вот такой вот. Я буду завтракать в своей комнате, потому что... Да. Ладно, ребят, мне звонит мама. Пока. Мы с моим завтраком. Я сейчас... Мне просто пришлось скинуть маме с окна одни письма. Да, вот так вот. Смотрите. Здесь помидор, мясо и омлет. Всем привет, аппетита! Всем привет! И вы на моем канале. И сегодня мы пришли в Ашан. Сегодня суббота, но как бы вчера был Black Friday, и вот мы в Ашане. И будем сейчас кучу всего вам показывать. Не работает. Ну, ладно. Ладно, ребят, идем дальше, а то вот как игрушка смотрит. Смотрю, это как раз для тебя. И такой хлеб. У меня есть такая. Только PSP, знаешь, от приставки вот такая типа. Ребят, нужно себе посмотреть. Ребят, смотрите, как видели вот эту мою чашку вот эту. Только она у меня меньше размером. Мне нравится такая кушечка, то мама такая вчера говорит, ой, что-то поломали ее. Смотрите, какие Деда Мороза. Мы ставили это. Вот это хороший набор, только мало, все-таки одинаково все. Ладно, ближе к Новому году я вам буду показывать разные новогодние штучки. А Новый год как бы еще скоро, но не так, поэтому продолжаем дальше. Смотрите, это все скидки. Вот так вот будет. До конца он там все скидки. Смотрите, это все 50 копеек. И вот это тоже 50 копеек. Но мне реально ничего не надо отсюда, поэтому будем дальше смотреть. Ребят, мы бежим за корзинкой. Я встретила свою маму. И она сказала, чего ты без корзинки? Идем дальше. Лиза. Идем за корзинкой. Мы берем одну, наверное, на двоих. Нам полно хватит. Хватит. Лиза бежит в корзинку, потому что я так сказала. Ладно, Лиза, я. Нет, я. Ладно, Лиза. Так, мы давай начинать с самого начала. Мы же будем начинать. Ну ничего страшного. Докопаем. А там много до конца? Там прикольно все? Там начинается с 9, а потом 10. А, с самого маленького, самого маленького до начала. Мне светит максимум 5 евро. Так. Смотрите, это как все за 50 копеек. Это нормально вот за 50 копеек? Нормально. Ты сошла с ума? Глаза побыстрели. Смотрите. А это что такое? Сейчас мы это откроем. Так, Лиза тестирует... ручку. Ну, не ручку, а текстовый... Тестируем фломастер. Текстовый делитель. Все. Потестировала.
Смотрите, ручки. Ладно, но мне не надо ручки, понимаете? А вот ну, если... Ручки. Мне только надо... У меня вчера было. Да, откуда? Отсюда. Я тоже хочу... Не, ну я не знаю, мне как-то не, не надо ничего. Желтенькая. Я возьму вот это. Желтенькая. Я возьму вот это. А, что? Por 50 centimos. 50. ¿Qué dices? Dame uno. Yo también yo puedo. Son dos. ¿Qué? Son dos. O sea, dos. La Lisa aquí. No, aquí yo tengo. No te voy a grabar, pero es que sabes. Yo soy eso. Tan-tan. Так, Лиза что-то хочет, но ей стыдно говорить об этом. Сейчас будем рыть пенал здесь. Я возьму себе вот этот, потому что он самый такой приличный. Берем. Смотрите, я хочу себе взять эту папку, но я не знаю, зачем она мне нужна. Ну что такую возьму? Не такую, а такую мягкую. Ну мне такая не нравится. Ты что, ложишь так, как так? Да. Ну, я так не буду. Смотри, ты хочешь? Смотри, какие стаканчики. When ну, это можно с обычного картона взять. А девочка, которая мы встретили, купила такое. Да? Смотрите, это клей. Так, сильно приблизила. Я это возьму, но я поговорю еще с мамой, что она скажет. Ребят, Лизе понравилась ручка. А вот это какого цвета интересно? А, это карандашики. Это карандаши. Не, я офигела. Смотрите. Карандашики. Лиза медсестра. Ребята, я сейчас возьму какие-то ручки, да? Я тоже. Но мне мама скажет, что не надо их брать, понимаете? Вот я не знаю, что мне делать. Лиза тоже сейчас будет набирать ручек. Да, я наберу и бегу откачать. Ага. Так, я возьму себе. Мам, это клей. Да, да. Только 6. Какие? А ты что, просто нажимаете на бьется, что ли? Не, они даже не там так просто так сделали. Я сейчас наберу как ручек, но не знаю каких. Это что такое, это ручка? В шоке от ручек. А нету тестера? Тестер это ты? Зеленая ручка. Мне надо красная ручка. Я возьму. Да, правда проблема с красным? Нет, у меня нету, я всегда у одной девочки прошу. Так, Лиза сейчас отойдет на секундочку, отпрыгнет. Ребят, я сейчас возьму вот эту ручку. Такая есть у Лизы. Но она не очень, но ладно, возьмем. И зеленую. А, повторять, да? У тебя есть зеленая? Да. Разве? Да. А я не знаю. Возьмем вот такую скорее, потому что она чистая. Ух ты. Берем вот эту. Не знаю, я покажу, кто это все вам. Я не знаю, что скажет. И зеленый возьмем. Да, расскажет. Да, 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 120. No. Вот такую вот. Все, и мне этого хватит. Идем дальше. Лиза хочет пенал. Упрашивает тут у меня. А я ее не покупаю. Ребят, Лиза будет прыгать сейчас. А точнее, Катя на голову. Так, Лиза открывает резиновый шарик. Я хочу его потрогать. Как-то это все резинки? Интересненько. Так, Лиза тут пока будет с этим шариком, а я иду дальше. А что это, стирачки? Стекло. А, магнитики, да?
Да, магнитики. Смотри. Что ты делаешь? Так нагнулась. Смотрите. Это калькулятор. Еврокалькулятор. Шемерц. Я хочу вот этот. Ребят, я хочу калькулятор взять. Лиза хочет калькулятор взять. Но... Так, компас. Компас мне надо. Я вообще... воду. Так, надо сейчас выбрать какую-то водичку. Какую? Лиза пьет воду. Вот все, что мы взяли. Там девочка белого. Где? Так, идем дальше. Лиз, пошли опять куда-то, вернемся в материалы. Давай пройдем до конца всю ленту. Так, знаете, что я сам сделала самое плохое сейчас? Я попила воду на голодный желудок с газом. Нет, а разъестся у меня желудок. Так, ребят, идем дальше. Пошу, шутка. Что хотела бы есть? Ой, чернушка пахнет. Идем вот сюда. Идем дальше. Так, главное, не... Знаешь, газы какие-то... Давай, здесь что-то будет стоять? Так, люди все разгребают. Люди все разгребают. Там понимаю, игрушки. Евро. Тут игрушки. 18. Так, Лиз, давай организуем... Ух ты, пух ты. Смотри, как уточка. Новогодние кофточки. Новогодние. Знаете, завтра? Уже меньше месяца. Ребята, остался ровно месяц. До Нового года. 30-е сегодня. Куда пойдем, Лиза? Куда пойдем? Пошли за продукты или, я не знаю, пошли вернемся в канцелярию. Я не знаю, я теряюсь. Ребят, смотрите, какой крем. Я сейчас открою. Все, я намазалась. Кремом прикольно. Лиза будет нюхать дезодорант для мужского. Он мужской, Лиза. Он мужской. Лиза, он мужской. Да? Не надо, ну. Поэтому. Так, идем дальше. А руки? Пусть. Руки пахнут как. Смотри, пошли, спрашивай там за евроигрушки. Идем смотреть за евроигрушки. Да, да. Баллон 5 евро теперь. 3 евро. Баллон 5 евро. За 20 копеек. Лиза, баллон теперь за 5 евро стоит. Бум, баллон. Смотри, 5 евро теперь. Да, да, я знаю, я вижу. Я в шоке. Эти игры все 5 евро. 20 копеек. Но я такими вещами не занимаюсь, понимаете? Поэтому я нет. 2 евро? Да. Нет. Нет, это не может быть. Он 50 евро стоит. Лиза, он 50 евро стоит. 50 евро. Нет, это не фраз инфантиль. Он эта игра должна стоить 50. Лиза мне сейчас будет показывать одну вещь. Сейчас я как-то покажу одну вещь. Важную вещь. Смотри. А. Идем, тебе покажу еще одну вещь. Ты меня в лабиринты заводишь. Что? Чего? Собирается и стопывает.
Нажимаешь. А тут что? И что происходит? Просто загорается вот этот. И ладно. А смотрите. Это можно забрать, реально? Купить можно? А? Ладно, ребят, идем дальше. Пошли опять в эту... Ну. Мама уже знает, что на день рождения подарить. Мне? Что? Мама с мамой дала. Жалко. Мама с мамой дала. Моя нет, мама всегда только на... Он твою маму спрашивал. Я дала размер школы. Ребят, Лиза опять вернулась к каналу, потому что ей очень нравится. Поэтому Лиза сейчас будет думать, брать или не брать. А эту шапочку? Я... Так. Дингу-бэл. Теперь Лиза одевает шапочку. Нет, Лиза не будет одевать шапочку. Я сейчас... Она не новогодняя. Я потом вырежу это и на мою это... приветствую. Ну, ты знаешь, кусочки кто-то оставил? Да, Лиза сейчас будет ставить это на заставочку. На заставку будет поставлю. Лиза, пошли. Шапку? Знаешь, куда сходим? Так. И мы зашли в еду, и сейчас пойдем смотреть, есть ли бесплатный хамон. Ребят, Лиза много останавливается, поэтому я ее бросаю и ухожу. Я всегда... Ты никогда не мечтала о таком календарике? И всегда 31 число киндер-сюрприз. Так, нам дали 15 минут еще. Но мы как раз нормально походили, мне кажется. Да. Оказывается, много скажет 20 евро. Так. Катя все набрала. Ребят, знаешь, где моя мама? Я собираюсь смерить тапочки. Тапочки, туфли эти и босоножки. Так, не буду снимать ее носочки. Ладно. Смотрите, какое там зеркало сзади. Тесно. Да, здоровье нет. Так, что-то они не сходятся. Здоровье одеваем. А что они? Ерунда, что да. Так, сейчас. Вау, красиво. Мне нравится. А вам как? Пишите в комментариях. Мне не очень. Мне нравится. И за уголочком. Вот здесь типа такой треугольник. Мне нравится. Я купила вот такой вот пенал. Что мы будем кушать? Папа. Папа. Такой пенал. Такую вот зеленую ручку. Вот так вот она пишет. Такая вот зелененькая ручка. Ну, вот здесь она немного уже потекла, но ничего страшного. Потом такая же, похожая, только оранжевая. Так вот она пишет. Так вот. Сейчас я хочу еще открыть вот это клей и такой вот фломастер. А это такие вот фломастеры, ну, маркеры. И вот такая еще папочка. Так. Выключим свет. Ребят, сейчас я буду готовить бутерброд. Причем горячий. Я вам сейчас буду показывать, что я буду делать. Вот. Это хлеб. Это я потом просто соберу и все. Уберу. Сейчас я возьму сыр и колбасу. Вот, смотрите.
Сейчас я положу камеру просто вот так. Просто если ты быстро закрываешь, то оно может сломаться. Пусть оно немного так вот. Я не могу сильно надавливать, оно реально может сломаться. Просто у меня получился очень бутерброд вот такой вот большой. Все, ребят. Приятного аппетита! У меня вот такой бутерброд. Горячий. Приятного аппетита!